В дневнике у Вовочки уже записано 200 замечаний, а Машеньке 112. Через сколько недель они сравняются, если Машенька получает на 22 замечания в неделю больше, чем Вовочка? Ну, эту задачу писали в то время, когда еще не было никаких электронных журналов. Вот, поэтому тогда учителя могли все что угодно писать в дневник, потому что понимали, что кончится учебный год, дневник не будет. Сейчас я бы постерегся на месте учителей писать там, больше, чем 22 замечания в неделю. Как-то, если на всю жизнь Машенька останется с этими замечаниями, да и сколько они уже написали, это ужас. Но, тем не менее, были времена, когда дневники были бумажные, и туда можно было писать все что угодно. Решение очевидное. Смотрите. Сейчас у Вовочки на 88 замечаний больше. Каждую неделю Машенька зарабатывает на 22 больше. Значит, все, что мы должны сделать, разделить 88 на 22, получится 4. Все. Значит, через 4 недели Машенька сравняется и дальше будет обгонять, обгонять, обгонять.